Нет, эту игру для Sega Mega Drive я в 90-е так и не прошел. Дело было так. В доме напротив жил мой товарищ Серый. У него была Sega, даже две. Обе он возродил из пепла, то бишь приставки попали к нему нерабочими, а он их починил. Заменил в некие конденсаторы, еще что-то перепаял. Одна из этих приставок была настоящим американским Genesis'ом. И помню, мы еще сравнивали, где лучше звук, в Genesis или Mega Drive. И в Genesis получался лучше, чище. А так вот, однажды летом Сергею дали на день, вернее до завтра, картридж с неведомой ранее игрой High CS Havoc. Для краткости далее буду называть ее просто Havoc. Мы загорелись ее пройти. И я, когда освободился от разных дел, вечером пошел к Серому играть. На первом уровне я нашел, как набивать жизни, собирая кристаллы и умирая. Потому что 100 кристаллов добавляют одну жизнь, а кристаллов на уровне раскидано более чем для одной жизни. Таким образом, если все собрать и помереть, вы переноситесь к началу уровня с уже большим количеством жизней. Хотя одна и неизбежно отнимается. И вот мы набили дофига жизней, на что ушла уйма времени, и стали проходить игру. Завершился этот марафон только в 5 утра, когда за окном забрежил рассвет, а у Сеги сгорел блок питания, распространяя по комнате едкий запах паленой пластмассы. С этим совпал и пройденный уровень с горящей обстановкой. Едва одолели тамошнего босса, увидали начало следующего уровня и такой облом. После этого я не видел игру долгие годы. В конце нулевых вспомнил, нашел и стал играть на эмуляторе, однако пройти не смог. И вот сейчас возвращаюсь к Havoc'у снова, уже полностью пройдя его для записи этой передачи и чтобы рассказать вам об этой замечательной, довольно малоизвестной бродилке. Разработала ее компания Data East. В 1993 году она же издала игру для NTSC в Штатах, в 1994 году в Японии, а издателем в Европе для PAL были Codemasters, тоже в 1994. С названиями игры «Разнобой». В Америке это High CS Havoc, в Японии Captain Lang, в Европе Captain Havoc. Причем европейская версия урезана на один уровень, считая сначала. В ней нет открытой местности, предшествующей пиратскому кораблю. Несколько расширенная версия игры вышла также в Южной Корее для аркады, основанной на Mega Drive. Немного о разработчиках. Акира Атани сделал дизайн игры. Предшествующая работа Акира в этой области, игры Two Crew Dudes и Челнов Atomic Runner, обе выпущенные той же Data East в 90-м и 92-м годах. Программисты Ясухиро Мацуда и Хироясу Фуджимару, кроме Havoc, совместно работали над играми Vapor Trail, Minnesota Fats, Pool Legend и Челнов. Над этими же играми трудился художник персонажей Мацунори Сато. Музыку к Havoc'у написали Эми Шимизу и Масааки Ивасаки. В целом можно сказать, что игру сделал небольшой сплоченный коллектив. Завязка сюжета такова. Эмералда – легендарная драгоценность, обладающая волшебной силой, достаточной, чтобы побеждать армии и низвергать королевство. Злой негодяй, пират Бернардо, первым узнал о волшебстве Эмералды. Он отправился на поиски секретной карты, где указано положение Эмералды. В то же время наш герой, тюлень Havoc, он же в японской версии игры Lang, мирно жил и бороздил моря вместе со своим приятелем Тайдом или Лэндом в японской версии, ничего не подозревая о злом замысле Бернардо. И вот как-то раз друзья нашли девушку, которую выбросила на берег волнами. «Мэм, вы в порядке?» Несколько позже девушка очнулась. «Ух-ох, меня зовут Бриджит. Эта карта очень важна. Ты должен защищать ее, оберегать от Бернардо. Пожалуйста, помоги мне». «Не беспокойтесь, вы можете рассчитывать на нас, мэм.
Двое товарищей взяли карту и спрятали ее в пещере высоко на утесах. Когда прошло время, Бриджит потихоньку поправилась, и вся троица сдружилась, пока один из сподвижников Бернардо не обнаружил их под покровом ночи. Он похитил Бриджит, Тайда и унес их в логово Бернардо. Пришло время Хэвоку спасать их. Хэвок спешит на помощь. Игра начинается великолепным уровнем под названием «Мыс Силф». Его нет в европейской версии, точнее физически есть, но запускается сразу следующая местность – корабль пиратов. На мысе Силф и можно заработать себе много жизни, собирая кристаллы и умирая до конца уровня. Хэвок умеет бегать, прыгать, а в прыжке еще и наносить удар. Персонаж очень отзывчивый в управлении. Разработчикам удалось передать ощущение какого-то простора. Хотя уже в первом уровне сложновато, не думайте играть в легком режиме, иначе вам не дадут добраться до конца игры, обломят после уровня «Горящий Гамлет». Обычно первый уровень игры делают простым, здесь же нас как бы подготавливают к будущим неприятностям. Но, впрочем, есть время освоиться, поупражняться в прыжках на прыгалках, ударах в прыжке и прочей акробатике. На втором уровне мы в лодке прибываем на пиратский корабль. Судя по его величине, это какой-то авианосец. В конце корабля нас ждет встреча с самим Бернардо. Не знаю, почему последнего босса надо было показывать в самом начале, правда, сейчас он довольно хилый и его легко будет победить. Поверженный Бернардо падает в море, чтобы всплыть много уровней позже. Затем мы попадаем в, не знаю как это именовать, окрестности океана и сам океан. Посмотрите, сколько красиво сделано небо в звездах и алмазах. Но долго любоваться красотами не дадут, потому что сложно. Шипы, от которых наступает мгновенная смерть, отныне будут натыканы в игре повсюду. Действие второго подуровня разворачивается уже под водой. Плавают рыбы, экран искажается волнами. Босс уровня – огромный пес-боксер, тоже пират. Примечательно, что убивать босса в игре не нужно, игра в этом плане гуманная. Когда вы побеждаете босса, он просто становится маленьким и потешным. Уровень Burning Hamlet – Горящий Гамлет. Я не знаю, почему его так назвали. На фоне мы видим объятый пламенем город. Хэвока преследует некое злобное огненное существо, возможно, этот самый Гамлет, да и другие враги ему подстать. Разве что Гамлет зло неотвратимое, от него можно только убегать. Второй подуровень попроще, там нет необходимости постоянного бега. Зато в конце ждет босс, старина Крот. Немного покажу тактику его прохождения. Следующий уровень – гора Честер, Маунт Честер. Графика в игре не становится хуже, напротив, каждый уровень чем-то удивляет. Вот здесь северным сиянием на фоне.
этот снежный уровень выглядит простым, пока вы не добираетесь до перемещающихся штуковин над шипами. Штуковины падают, если на них долго стоять, или не очень долго. Но преодоление препятствий делает нас сильнее, хэвоку по плечу любые преграды. Вскоре появляется новый вид врагов, медитирующие деды с вращающимися птичками. Пока они относительно мирные, потом будут еще стрелять огнем. В конце уровня босс Коршун. Я не записал свою битву с ним, но это один из самых сложных боссов за всю игру. Уж больно быстр и непредсказуем. Затем следует уровень Фабрика, именуемый Замерзшим Дворцом. Я не очень люблю подобные технические уровни фабрики, уровни завода. Да и по сюжету не очень понятно, каким образом за горой Честер оказалась фабрика. Обычно в таких уровнях всюду вращаются огромные шестеренки, движутся конвейеры, но в Хэвоке обошлись без этого, посему уровень не так напрягает. Зато тут стоят морозильные установки, время от времени замораживающие водоемы. Если вас прихватит льдом, будет плохо. Особым разнообразием местность не отличается. Неприятным сюрпризом будет встреча с боссом Рысью, тем самым соратником Барнардо, похитившим Бриджит и Тайда. Он сложный, но у него мало жизни, то есть быстро побеждается. Долго нельзя было бы выдержать такой бой. И вот мы проходим дальше. Уровень называется «Гора Бернардо». Пещеры, полные пиратов, летучих мышей и катания на муравьях. Это мировая забава. Мало того, что муравей бежит по канату и потом падает, так на канате сидит дикобраз и делает иголками вот так. Топорщится при вашем приближении. Кроме подобных участков, уровень надо проходить с осторожностью и умеренностью. Босс, лис или волк, я так и не понял. Сражение с ним заняло у меня 8,5 минут. 8,5 минут прыжков на одном экране. Это просто адски сложный босс. Особенно, когда он подвешивает в воздухе камни, и камни движутся влево, вправо. Если вы победите, то попадете на корабль Барнардо, летящий на сей раз в небесах. Это не повтор первого уровня, обстановка тут несколько другая. Барнардо. За бортом сюжета осталось, как Барнардо нашел изумруд Эмералду, карту с положением коего вы спрятали на утесе. Надо полагать, с помощью волшебства Эмералды пиратский корабль обрел способность летать, как и сам Барнардо. Пират парит в воздухе и злорадствует. Начинается самый трудный бой за всю игру. Каждый раз при записи этой передачи я, дойдя до очередного босса, откладывал в сторону джойпад и говорил, нет, это пройти нереально. Но потом проходил. Так и здесь. На Барнардо у меня ушло около 5 минут и почти вся полоска жизни. Один из самых сложных боссов всех времен и народов. Разработчики игры в конце печатного руководства поместили табличку, чтобы вы заносили туда свои рекорды прохождения, время, набранные очки. Это, наверное, особый черный юмор. Еще раз пройти все это? Какие очки? Какое время? Тут бы хоть как-то. Концовка в игре достойная. Вот все, что я скажу о ней. В целом игра хоть и очень сложная, но запоминается она не только этим, а великолепной графикой и отличным геймплеем. В Ютубе можно встретить идеальные прохождения Хэвока на сложности эксперт, без единого ранения и так далее. Это так называемые ТАСы. ТАС означает Tool Assisted Super Play – суперпрохождение с помощью инструментов. Последнее подразумевает разные средства, такие как игра на замедленной скорости, правка внутриигровых переменных и даже чисто программное управление персонажем. Есть Tool Assisted Long Play, Tool Assisted Speedrun.
Живые люди, даже самые хардкорные геймеры, так играть не могут ни на эмуляторе, ни на реальном железе. И, признаться, смотреть TAS-видео мне неинтересно, в отличие от живого прохождения, где люди могут ошибаться, и есть проявление мастерства прохождения, а не мастерства создания TAS-видео. К сожалению, не все YouTube-видео, являющиеся TAS, помечены как таковые. И наивные люди думают, что вот существует такой сверхпроходильщик, который прошел такую-то игру без потерь. Это не очень честно. Все равно, что игру шахматного компьютера или программы выдавать за игру человека. А народ удивляется в комментариях. Вот молодец, чувак, как играет, без единого... TAS – интересное явление, но его я оставляю за кадром этой передачи, отправляя вас прямиком на посвященный этому делу сайт tasvideos.org. Есть много и других ресурсов. Видеоигра мне представляется соперничеством человека и машины, испытанием реакции и смекалки первого, да какой-то разрядкой игрока. TAS – это уже не игра, а что-то другое, хотя состязательная составляющая в ней остается в процессе самого создания TAS. Напоследок замечу, что в передаче Turbo прохождение игры только живое, что вы можете и сами заметить по его корявости. Всем пока!